В Жамбылском областном филиале партии «Нур Отан» состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию независимости. С участием председателя областного филиала партии «Нур Отан» Бердыбеком Сапарбаевым. В мероприятии приняли участие ветераны партии, члены политсовета и бюро, руководители первичных партий организаций. Глава региона поздравил «Нур Отан», собравшихся на мероприятии с 30-летним юбилеем независимости, озвучил основные ценности статьи первого президента Елбасы Нурсултана Назарбаева «Тәуелсіздік тағылымы» и сборника принципов «Елдіктің жеті тұғыры», а также показатели развития области. Особо остановился на достижениях партии. В завершении председатель филиала вручил нагрудные знаки за активную деятельность члена партии «Нур Отан».